Программа «Земский доктор» работает с 2012 года, и за это время в Чувашской республике трудоустроились почти 400 врачей. Это существенно снизило остроту нехватки специалистов на селе. А с началом действия программы «Земский фельдшер» работу нашли более 30 специалистов. Один из них работает в Алаторском районе республики. С ним вас и познакомит наша съемочная группа. ФАП в селе Анютино Алаторского района обслуживает 8 населенных пунктов. Это 308 человек. Принимает здесь фельдшер, который специально приехал из Ульяновска. Давайте с ним познакомимся. Владимир Сазанов родился в Ульяновской области, закончил Ардатовский медицинский колледж в Мордовии. В армии служил медбратом. В этом ФАПе работает с апреля 2018 года. Мне с детства хотелось помогать людям, тоже лечить, потому что я... С села тоже у нас были тоже такие случаи, когда то вовремя долго там не могут добраться скорой помощи, когда метели тоже. Это, как-то мне становится жалко, я охота что-то сделать, как-то помочь. Решил, что я подрасту и поступлю в медицинское и буду врачом. Несмотря на то, что по образованию и должности Владимир фельдшер, он фактически выполняет функцию врача, принимает больных с различными заболеваниями. Это и гипертоническая болезнь, и остеохондроз, и сахарный диабет. Проблемы бывают разные. У меня ребятишки маленькие. Бывает, я и с детьми прихожу. Он дает направление на прививки. По диспансеризации, если года подходит, он направляет всех на диспансеризацию к своим специалистам. Ноги болели, это там приписали, коленка болела. Это сентябрь, октябрь, вот так вот. Вот он мне уколы делал, заказал ему таблетки. С первого года, что ли, будет специалист? Присматривается, научится. Как же? Конечно, желание. Главное, желание есть у него. Желание работать и развиваться у Владимира отмечают не только пациенты, но и коллеги. Галина Преснякова в медицине трудится более 20 лет. Говорит, что Владимира пациенты любят и уважают. Идут люди, идут уколы, прививки он всем делал. Идут. У нас большинство здесь пожилые люди, они же в город не могут. У нас автобусы не ездят, они все сюда идут. Если вызовешь, он сам туда идет. На территории Алаторского района функционируют 8 отделений, где принимают врачи общей практики, и 15 ФАПов, где работают фельдшеры. Медицинский пункт в селе Анютино появился в 2013 году, чему жители очень рады. В 2019 начнется строительство еще одного в селе Ячиксы. Транспортная доступность не всегда хорошо функционирует. И поэтому в данном случае, наличие данных фельдшерско-акушерских пунктов во многом решает проблемы населения. Решать проблемы населения в этом ФАПе Владимир Сазанов собирается как минимум в ближайшие 5 лет, а может и дольше. В его планах создать семью и завести детей. Самое главное, отметил он, чтобы у всех было здоровье. Ольга Алексеева, Бахтияр Велиев, Республика.